Здравствуйте, вы на канале «Правильный выбор». Сегодня на обзоре стиральная машина от компании LG, модель F2J7HS2. В описании к видео оставлю ссылки на лучшие цены этой модели. Я очень старался при создании данного обзора и буду очень вам признателен, если вы поставите лайк и подпишитесь на мой канал. Данная модель продается в четырех цветах. Золотой корпус с черным люком, корпус темное серебро с черным люком, белый корпус с черным люком и серебряный корпус с черным люком. Я заметил такую деталь, что одна и та же стиральная машина, но разного цвета может существенно отличаться по цене. Если для вас цвет не имеет большого значения, рекомендую проверять цены всех вариантов цветов. Напомню, что все ссылки есть в описании. Тип дисплея LED, тип загрузки фронтальный, объем 7 кг, тип барабана пузырьковый. Размеры стиральной машины: ширина 60 см, высота 85, глубина 45 см, вес 63 кг. Инверторный мотор. Система прямого привода. Мотор крепится напрямую к барабану, таким образом система прямого привода не имеет в своей конструкции легко изнашивающихся деталей, что обеспечивает высокую надежность и долговечность работы мотора. Скорость отжима 1200 оборотов в минуту. Класс энергопотребления A, класс качества стирки A, класс качества отжима B. Расход воды за цикл 48 литров. Потребление электроэнергии, стирка хлопка при полной загрузке при 60 градусах Цельсия 1,19 кВт-часов. Уровень звуковой мощности стирка 55 дБ, отжим 74 дБ. Минимальный уровень шума. Система прямого привода не имеет в своей конструкции щеток и ремня, поэтому в процессе работы создает гораздо меньше шума. Поскольку ось вращения двигателя и барабана совпадает, уровень вибрации снижается до минимума. 6 движений заботы. В отличие от обычных стиральных машин, барабан LG обладает широким набором вариантов вращения, максимально адаптированных к различным типам ткани и степени загрязнения белья. Функция пара True Steam. В процессе стирки горячий пар, смешиваясь с водой, мягко воздействует на ткань, полностью растворяет остатки моющих средств, удаляет бытовые источники аллергии и обезвреживает бактерии. Специальный паровой режим «Освежить» позволяет устранить впитавшийся запах и разгладить легкие складки без применения моющих средств и воды. Функция быстрой стирки Turbo Wash позволяет не только сократить цикл обычной стирки до 59 минут, но и значительно экономит потребление электроэнергии и воды. Мельчайшие частицы воды под давлением распыляются во время полоскания, глубоко проникают в ткань и способствуют получению быстрого и эффективного результата. Функция мобильной диагностики Smart Diagnosis позволяет сократить время и сэкономить деньги в случае возникновения неполадок. Вы можете передать данные для определения проблемы в центр технической поддержки посредством телефона. Я посмотрел отзывы реальных пользователей и сейчас расскажу, на что жалуются обладатели данной модели. Краска с машинки облезла через полгода. Если положить одеяло в пододеяльник, то на отжиме машинка зависает. Барабан крутит, время стоит и отжим не идет. При блокировке кнопок от детей кнопка включения-выключения не блокируется. Половина режимов не нужна. Иногда плохо прополаскивает. Нет автопродолжения программы после включения. Первое время надо приспособиться к колесику. Не всегда понятно, какой режим стирки выбран. Софт на телефон с нареканиями. Соединение с телефоном по Wi-Fi иногда глючит, долго соединяет. Буду объективным и расскажу не только о жалобах, но и о положительных отзывах этой модели, которые часто пересекаются с отрицательными. Итак, начнем. Абсолютно бесшумная. Качество стирки, на удивление, шикарное. Порадовала стирка 14 минут. Красивый и стильный дизайн. Можно загрузить любую другую программу по Wi-Fi. Есть функция пара и добавления белья. При ее вместимости она довольно-таки компактная. Сенсорный экран работает хорошо. Ночью в обычном режиме мы ее не слышим, ни стирки, ни полоскания. Если вы являетесь обладателем данной стиральной машины, то в комментариях к этому видео вы можете поделиться своим мнением об этой модели. В описании под видео вы найдете ссылки на лучшие цены этой стиральной машины. Надеюсь, я помог вам сделать правильный выбор. Не забывайте поставить лайк и подписаться на мой канал. Всем пока!